Ласпи, привет, удачного стрима, лайка занес. Батрикс, Батрикс правильно присоединился к каналу. Лика, привет всем.
Всех приветствую, дамы и господа, на своем канале. Мы продолжаем проходить наши Звездные войны. Так, мы тут уже что тут затормозили, всю дорогу им перекрыли. И никто не едет. Прикиньте, блин. Так, давайте вспоминать, что там у нас по заданию. Сейчас глянем, что мы вчера... Доберитесь до имперской базы. Доберитесь до имперской базы. А что там на имперской базе? Давайте смотреть. Нет. Так. Так, снаряжение. Выкладка. У нас что-то выкладка. А, ребята, у Никса есть это. Никс может... у нас вот. Никс может отвлекать сразу нескольких врагов. Но радиус отвлечения становится меньше. Атаки Никса заставляют игроков перестрелять во все стороны. Никс дольше отвлекает врагов. Ну, давайте это попробуем. Больше тут с выкладкой нет у нас ничего. Репутация у нас тут ужасная. У Ашиги отличная. Вообще отличная. Так, дальше. Подождите. Ну хорошо, это отлично. Это значит отличное. У хатов торговцы. Торговки, понятно. Так, но мы не посмотрели и банк данных. История мира. Давайте посмотрим. Фруктовая тарелка Курда. Свежие фрукты Курда, поданные в традиционно акивской сервировке. Вот. Дальше. Что у нас тут дальше? Миры Ташара. Места отметить все как это. А... Киева. Но давайте посмотрим на здесь. Хищные амфибии, живущие главным образом в заболоченных районах Акива, в поисках добычи венги могут мигрировать. Чего-чего? Венги могут мигрировать и на другие территории, особенно в сезон дождей. Так, охотятся они, подкрадываясь и внезапно нападая на жертву. Благодаря обостренному восприятию их не обманывает почти никакая защитная краска. Так, дальше. Птица Сомато. Пресноводные птицы, обитающие около крупных водоемов, кожа Сомато покрыта чешуей, а лапы снабжены большими перепонками, что делает их отличными пловцами и ныряльщиками. Крупные насекомые шапарак, фиг его знает, короче, как-то так. Крупные с яркой окраской крывели, отпугивающие хищника, при этом шапараки, короткие и умные существа. А, кроткие и умные, короткие, скажу. Взмахах крыльев они способны словно запускать успокаивающую волну для усмирения потенциальных врагов. Многие жители Акивы считают, что наблюдение за дикими шапараками снижает тревожность. Обезьяна-ящерица. Акивская обезьяна-ящерица на самом деле рода Ковака. А сюда их, скорее всего, случайно завез какой-то неосторожный турист. Они способны выжить практически в любых условиях. Так что здесь их популяция стала стремительно расти. Зачастую обезьяны-ящерицы выискивают в джунглях поселения или стоянки путешествий, а затем воруют оттуда ценные вещи. Ящерица Джабарек. Эти ящерицы встречаются по всей Акиве, хотя обычно они... предпочитает селиться около озер и еще более крупных водоемов. Джабареки прекрасно плавают и обладают двумя
парами глаз, одна из которых предназначена для поиска рыбы на глубине. Муха-я-я. Муха-я-я водится на Киеве посовместно. Они не представляют угрозы для большинства органических существ, однако заслужили репутацию самого раздражающего вида на Акиве. После сезона дождей появляется огромный рог и мух я-я, и некоторые местные жители даже ловят их и используют в пищу. Ну, приятного аппетита. Ну и места. Это мы отметить все. Находки. Дневник Джета. Альказар постепенно становится моим любимым кабаком. По эту сторону центральных миров у меня есть пара претензий к его владельцу. Но здесь всегда можно добыть информацию в нашей профессии. Без информации далеко не уедешь. И здесь какие-то вот это... Не знаю, какие-то жетоны, блин. Обучение. Карты. Да, ну, мы не будем вот эту, блин, эти карты, это, блин, это самая муть, то, что они придумали, мне кажется, в... И дневник, мастер, доберитесь до имперской базы. Вспоминаем. Бывшего напарника Кей Гидика в последний раз видели в имперском комплексе в джунглях. Кей должна проникнуть туда и предложить Гадику место в команде. Ну, давайте. We need to pick up the pace. Я так понимаю, подождите. А что так далеко, что ли, она? А ну-ка. Карта, мы здесь. А имперская база где? Ой-ой-ой. Ребята, это нам через всю карту пилить надо будет. Во-первых, нам не вот... Нам вот сюда надо как-то вот так вот, этой дорогой. Мы не в ту сторону. Ай-яй-яй, блин. А тут что за неизвестность какая-то? Yes. Кто молодец? Я молодец. Блин, ё-моё. Не разогнался. Не раскачался. Так, и здесь отправить. Опять мы на этом мосту, да? Let's give those little feet a rest. Говнюк, он нас кинул, блин. Сейчас вроде бы в эту сторону. А ну давайте посмотрим. Нам вот, ребята, нам как-то, да, вот сюда, вот сюда нам, блин, я даже не знаю, как мы тут будем, блин. Ну, давайте попробуем вот так вот. Ага.
Все. На под воду тут вода просто. Тут просто вода, и мы. А вот эта лодка, что это за лодка? А мы можем на этой лодке, нет? Не, нифига не можем. Блин, места, конечно, шикарные. А что это у меня исследовательская станция? Дневник, подождите. Ключ. Дневник. А, ну все нормально, да. Надо с этими знаками как-то разобраться будет. Могут быть проблемы с хатками, да? Ладно, за дело. Тут имперцы. Ребят, там читайте немного. Блин, тут можно было просто прыжок. А здесь что? Нет, нет, нет. У нас здесь вообще ужасная репутация со всеми. Здесь. Так. Надо, бляха. Что хотели? На. Давайте хапнем тогда. Tell me, Kay, does your droid Smith have experience with TT-8L gatekeepers? Sure. I mean, a droid's a droid, right? Так, давайте сох... А, здесь я не могу, да? Yeah, I got a taste of that. Deke's always had a way with droids. Чё это такое? Чё за знак? Карта. Вот это череп. Насент. Негодяя, вражеский лагерь, и тут сокровище. Было бы хорошо его сейчас залутать. Сейчас мы наведаемся. Кстати, ребята, у меня нету этой. Сила нету. Помириться с своими врагами. Любой из синдиката будет не прочь заполучить данные на том, подумай, с кем стоит поторговать. Новые данные синдиката. Клад нужен. Нет.
What are you doing here? Ух, ни хера себе. Блин, у меня нету хила, ребята. Так, а где клад ихний? Ага. Все, я понял, где клад. Сокровище добыто. Подождите, а где, откуда мы бежали? А, вот сюда, все правильно. Кстати, тут граната, надо хапнуть. Подождите, давайте... Ага, сохранить я тут не могу. Я вот думаю, мне может сюда. Давайте сохранимся. Новое место, гора, какое-то тут что-то сокровище, ребята, какое-то есть. А ну-ка, чекнем, давайте. Давайте посмотрим. Тут знак вопроса. Эй, здешний климат влияет на это? Вроде нет. Я вообще люблю дождик. Обычно жители пустыни миров раздражает. Влажность на Киви, типа, короче, большая.
По-моему, мы... А вот здесь что? Вот и база. А это сюда? Что это такое, ребят? Мне интересно. Поберитесь на базу. Ладно. Пробуем. Ну, пошлите смотреть. А вот это... О, кил у нас есть. Бляха, где-то, значит, сбоку проход будет, ребята. Где-то надо. Тут никак. Тут точно никак. Прикиньте, чуть не вышел на них. Там дроид. Ах, это дроид, тут ни к чему. По-моему, вот канализация, ребята, есть. Нет, это не сюда. Есть вентиляция. Так, открыть вентиляцию. Бляха-муха.
Бляха-муха. Ладно. Тихо. Может, чуть-чуть подождем? Куда они? Мне карточка нужна. Так, а куда мне? Вроде бы оторвались. Вроде бы, ну короче, нашумели мы нехило так. Нам бы эту сигнализацию сразу отключить, конечно, было бы неплохо. Вот она, сигнализация сраная.
Я пробралась на базе. Зная Гидика, его наверняка нужно искать в какой-нибудь мастерской. Все критические объекты находятся на нижних уровнях. Отправляю тебе координаты главного турболифта. Короче, через лифт вниз нам надо топать. Нужно было туда. Ага. А здесь я не открою. Закрыт. Имя... Гидик Обац, возраст 23, род занятия, мастер по дроидам. Гидик, радианский мастер по дроидам из Контабайна, недавно нанятый имперским инженерным корпусом на Акиве. В прошлом Гидика есть ряд мелких правонарушений, но при его вербовке связаны с этим риски были оценены как незначительные. Однако дальнейшее наблюдение за его деятельностью на Акиве выявило, что он собирает дроидов для... нелегальных боев на арене. Получай оплату как от синдиката пайков, так и от картеля хата. В будущем Гидик может быть полезен для внедрения в эту сферу деятельности в качестве информатора. Какую-то информацию мы нашли с вами. Запас пополнили мы. Бляха, сколько у вас тут, ребята? Так, давай-ка. Нет. Нет. Вот это, подожди. Нет. Выключить. Так, а здесь... Блин, мне интересно. Ну там, там-то не очень интересно. Ладно, давайте. Так это я по кругу пошел. Ну здесь, конечно, ни хера, да?
was nothing. Мне, походу, все равно сюда, ребята. Так они в поле зрения. Вот смотрите, эта камера сраная. Где включить ее? Так, я тут закрыл, да? Чуть, блин, ребята, секундочку. Как найти мне этого гидика? Так, так, так. Не туда. Так, все по максимуму взяли, нет? Камеру мы шпокнули. Бластер. Нужен ли нам этот бластер? Я пока не могу понять. Там один. И тут один. Так, смотрим, что тут у нас есть. Это что это такое? Повредили? Тут какие-то опыты не ставили или что-то? Лаборатория какая-то или что?
Тут нету ничего, тут нету. Че он тут стоял за пультом? Че за кнопочки нажимал? Надеюсь, Гитти где-то здесь. Ох, зря я все это затеяла. Так, вижу. Вижу проход там сверху. Надо вскрыть в замочек. Сейчас начнется наш любимый паркур, да? Ну капец. Дальше-то куда? Значит, блин, тут такая внимательность надо. Подождите, я нифига не рассмотрел. Тут капсена уже пошла. Идик знает, что за ним пришли. Опять эта сраная турелька. Я не виноват, честное слово, откуда мне было знать, что гадюка начнет атаковать синдикаты? Я все поправлю, мне просто нужно время. Этот гадюкой я не управляю. Нужно отрубить источник питания турели. Вперед, Никс. Источник питания турели. А где мы? Где этот источник? Источник питания турели. Не спрячься. Подождите. А куда я его могу? Ну давай, ладно, отвлечь. Show, Thank you.
Так, источник питания турели. Ну, кабель вот так вот сюда идет, да? Бляха-муха. А здесь что? Да нет, что-то мы не то творим. Что-то не то. Так, Никс, вижу. Не-не-не-не, нет, не отвлечь. Надо вон выключить, Никс. Выключить, да. Так, окей. Максимум. Здесь мы ничего не можем сделать. Вот эти какая-то херня сюда. Ну, а теперь, наверное, Никс. Подожди. Я думаю... Подождите, не так. Никс. Включить. Никс, I'm counting on you. Молодцы. Отключить турель. Так, надеюсь, Гидик неподалеку. А это что за фигня? Не знаю, что имперцы хотели добиться. Но гадюки из проекта Рой для этой задачи не подходят. Я нашел одну списанную единицу, а заодно и несколько деталей времен войны клонов. Если удастся что-то особенное, глядишь, меня переведут поближе к дому. Гидик, что же ты наделал? Так. Ну а толку? Ну отключили мы, и что? А что дальше? Куда? Найдите Гидика. Гидик, говнидик. Come on, Nix. We want that turbolift. Нам на турболифт. Подождите, там мы бегали, что-то тут не залутали. Вот это что это? А это...
Ну, а здесь мы не были, ребята. Гидик, давно не виделись. Гостей часто принимаешь? Неужели это Кей Вейс? Не может быть. Она бы сюда ни за что не сунулась. Тебе есть дело, такое, которое мы, Канто, мы могли только мечтать. Кейт, я больше не гонюсь за мечтами и за прошлой. Вон куда угодил. У тебя полно врагов, а у меня дроид-страж. Которого нужно... обойти. Давай поможем друг другу. Корабль есть? Корабль есть. И в команда серии BX тоже. Оригинальной конструкции? Откуда мне знать? Сам спроси его. Ладно, согласен. Ладно. Все как в старые добрые времена, да? Эх, может, пойдем отсюда? Да уж, давай. Там есть турболифт. А ты что, не со мной? Я смогу выйти по своим документам. Мне нужно решить одну маленькую проблему с дроидом. Перед тем, как заняться твоим заданием. Из-за этой проблемки хаты хотят убить тебя. Давай, подробности оставим на потом. Ладно, сперва надо выбраться. Они сейчас начнут тщательный осмотр всего горизонта. Кей, я открыл люк черного входа, выбирайся. Давай, до связи. Идем, Никс. Подожди. Мы все тут забрали. Или куда нам? Блин, куда мне? Покиньте базу. Хорошо, я понял. Нам надо валить. Так, стоять-то это куда? Да ну куда ж ты?
Тут ничего нету. Куда? Поехали. Боже, я куда-то иду, непонятно куда. Можно и пошуметь уже. Здесь я никуда, да? Никак. Так а куда ж я вышел, блин? Вращающаяся пушка. Ребята, я куда-то... Киньте базу. Блин, такой сложный замок. Лучевой узкой. Блин, уже утро. Я нашла Гидика. Хорошо, спасай Джейлона, доставлен в Сурато. Советую выяснить, чем твой друг так насолил с синдикатами, решить эту проблему. Гидик мастер встревать в передряги. Ничуть не удивлен. Тем временем я перегнал первопроходец в Сашин, поближе к тебе. Есть. Как будешь решать проблему? То есть ветер может перемещаться, но если там не глубоко. Тогда сперва решим эту проблему. Мой друг Темин. УС может снабдить нас гидропульсом. Его семья живет в деревне Сашин. Сходи туда. Okay.
Так. Так, снаряжение, предметы, компоненты. Какая-то фигня, ценности. Предметы для заданий есть. Способности, ребята, у нас какая-то способность есть. Выберите, победите врага. На 25 увеличен боезапас у подобранного оружия. О! Есть. Дневник. И вот у нас Сашин. Да, давайте вот это. И давайте покажите мне на карте. А я сюда могу переместиться по Бырику? Нет? Ну, никак, наверное, нет. Есть родные в деревне. Ну, мне надо сюда, короче. Только мне теперь надо этот. Чухнуть отсюда быстренько. Блин, такой туман они тут нарисовали. Вообще нифига не видно. Такой конкретный туманище был. Это, я так понимаю, вот сюда куда-то, да? А ты кто такой? Подожди. Купить. Что у него тебе интересно? Это что такое? Материал для отлаженной компоненты для учения часто встречается. Можно купить у мусорщика. Давайте возьмем. А продать? Давай. Это хлам бесполезный, да. Бесполезный. Здесь три. Три тоже давайте. Один. А ну что-то тут на карте есть, подождите. Просто торговец, имперский терминал. Ладно. Thank you.
Вот она деревушка, да? Сашин. Здесь торговать. Родня. Мне нужно родню. Привет, неплохая коллекция. Бала, но мои все равно лучше. Да, я видел тебя на твоем спиде. Для такого старья он в отличном состоянии, просто удивительно. Что он еще ездит? Не такой уж он и старый, наверняка обгонит любой из твоих. Может быть, но что важнее, он куда тише моих, потому что самое бала-бала бы не пригодилось. Их байки для парочки поручений. Что надо сделать? Передать 3 закодированных сообщения. У меня есть список. И бесплатно я работать не буду. Даже ради общего блага. Шучу. Когда все 3 доставишь, возвращайся, я тебе заплачу. Ну, такой побочный квест. Побочный. Можно. Ну, сейчас сначала мне надо... Тут он торговать хочет, но пока торговать нам смысла нету. А ты кто? Тебе что-то нужно? Я видел, как ты гоняешь на спидере. Получается, у тебя не так уж и плохо. Но готова ли ты настоящему вызову? Не-не, ты... А что получится? Ну, давайте попробуем. На озере к западу от деревни Саши есть остров. Я думаю, если чуть-чуть потратить твой спайдер, ты сможешь допрыгнуть. И чем этот остров так интересен? Местные называют спутанным островом. Говорят, туда наведываются контрабандисты. Смахивает на подставу. Ты же вроде бы любишь вызовы. Я сам туда не могу допрыгнуть. Мне просто охота узнать, что там творится на самом деле. Но если я выясню, я тебе скажу. Ну, еще одно задание. Блин, мы этих заданий уже тут нахапали. Надо тут все облазить, ребята. Тут, блин, может быть запрятано что-нибудь интересное. Так, ну мне надо родню найти. Это подслушать можно. Пока нельзя подслушать, я так понял. Пока... Ты разведчица из клана Ашига. Я тебе кое-что привезла. Как ты поняла, что я будто на Акиве много ваших. Готова передать отчеты для клана. Держи, здесь все данные о планете Акиве и ее пригодности. Для расширения, учитывая высокую влажность. Придется разбираться, как удалять лишнюю жидкость с волосков на наших телах. Ясно, я чуть не забыла, тебе передали питательный набор. Ммм, вкуснятина. Отчет об Акиве, новый предмет для задания. Так, это ладно. Где родня нам? Нам родня. С вами нельзя, да, поговорить, я так понял, пока. Здесь играть не хочу я играть. Это контракт. А что за контракт? Что он хочет? Быстро недоступно. Багровый рост. Доставить груз. Не, я летать не хочу. Не-не-не-не-не. Не оно. Вот вообще что-то мне тут...
А ты кто? Ты говорят от имени Уэксела. Я его тоже ищу. Я его тетя Эсмель. Это моя подруга Ширен. А ты кто? Кей, мне нужно спидер улучшить. Ты работаешь на Сурата? Нет. А на кого? Можешь, с Пайком водишься? Я похожа на Пайка, мне просто нужен механик. Прости, Кей, обстановка здесь и так напряженная. Тут еще Тэмин снова пропал. Видимо, ушел детали искать. Искал детали, как же вдруг опять угодил в передрягу. Я могу найти его. Где лучший металлолом? Возле озера. Есть старая свалка. Сходи сперва туда. Ясно? Спасибо. Так, есть. По заданию пошли мы, да. Гора Селоса. Ну, окей. Блин, совсем близко. 2 км. Так, снаряжение, ребята, смотрим. Предметы. Предметы для заданий. Что-то об Акиве. Репутация. Ужасная. Плохая. Брокеры. Тут вообще отличное, как и было. Так, дневник. За металлоломом мы сейчас валим. Давайте на карте. Ё-моё. Вот это. Путанный остров. Разведданный. Остров находится на озере Запад, деревне Сашин. Да, однако. Так, история мира. Персонажи, ребята. Гидик. Гидик вырос в рабочем квартале Канта Байна и начал свой преступный путь с перепрограммирования ремонтных дроидов на мелкое воровство. В подростковом возрасте он познакомился и быстро подружился с Кей Вэс. Объединив усилия, эта парочка подняла немалые деньги. Когда аферы в казино стали слишком успешными и привлекательными, внимание местной полиции, Гидику не осталось иного выбора, кроме как вступить в ряды империи и покинуть Кантабай. Сурат Нуат. Сурат – безжалостный криминальный босс, который прославился тем, что убил своих родителей и держит у себя в кабинете родного брата, замороженного в карбоните. Некоторое время назад Сурат наладил тесные контакты с карателями Хата, благодаря чему он и банда его приспешников стали представителями Хатов на Акиве. Сурат владеет кантиной Альказар, в мире популярной среди преступников и беглецов. Миры Акива. Это есть места. Отметить все как прочитанное. Дальше находки. Так, Гидик. И обучение сейчас опять будет граната. Блин. Так, а чё ж репутация? Ну и брокеры, понятно. И здесь у нас сообщение на Киве. Ну, нам нужна гора. А как туда добраться? Непонятно мне.
ready, Nick? Куда нам сюда, что ли? Да нет, это наш корабль, ё-моё. Ё-моё. Так, при чём тут этот бродячий торговец? Нет, 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 подождите, дневник. Хочет обсудить какой-то скейт и побыстрее. Так, поговорите с Уратом в его кабинете. Сурат Нуат. Акива. А подождите, давайте посмотрим отсюда, Дже. Задание. Давайте по... Мы можем сюда это... Да, давайте вот так вот сделаем. Поговорите с Суратом в его кабинете. Нам сюда, по-моему, да? А, это наемник сраный, я вспомнил. Посмотреть контракты. Мне что-то подсказывает, что тебе не нравится тут работать. Это так заметно. Дело в том, что я боевой дроид. Я оборудован полным комплектом атакующего и защитного снаряжения. У меня за плечами годы боевого опыта, но меня списали. Системные наведения уже давно отключены. Ну, должно же быть что-то хорошее в работе в Кине. Тут куча народа, наверняка каждый день происходит что-нибудь интересное. Но я тоскую по возможности сражаться. А если пытаюсь немного развернуться, проломив парочку голов, владелец меня ругает. В такой среде и зачахнуть недолго. Да чувствую, приятель. А у тебя нет связей в синдикатах на Акиве? Может, кому-то из них нужен дроид-охранник? Мне даже платить не надо. Достаточно возможности регулярно кто-нибудь бы... Знаешь, есть у меня парочка знакомых. Я передам им, что ты ищешь работу. Мне все равно. А, типа, где ему? Главное, чтобы, короче, ему дали, блин, руками помахать. Ну, окей. По словам Аннет, для меня есть работенка. Твой дроид сказал, что ты из Канто. Значит, и в фавьорах разбираешься. Да, бывало я на гонках. Альказар теряет деньги на ставках. А этого быть не должно. Так бывает, когда устраивают договорники. Но не в моей контине. Если кто-то проворачивает... Афера, я должен быть в доле, а ты должна выяснить, что к чему. И кого мне искать? Я что, должен делать все за тебя? Поспрашивай, за столом, для ставок. Ладно, но ты ведь покроешь мои расходы, если все я выясню? Нет. Иди отсюда. Кушай.
Окей, окей. Куш, осмотрите стол для ставок, найдите подозрительного игрока. Ну давайте, пока мы тут, попробуем сделать это задание. Местный народ столько времени нас видит, что начинает узнавать лицо. Это опасно. Дали бы нам побольше охраны. Да, им плевать. Главное, что хранилище защищено. А мы для них все равно, что курьеры. Но нам все равно нужно собирать налоги и отвозить в развалины. Вдруг нас ограбят, пока мы едем через озеро. Ничего, отобьемся. Короче, тут можно что-то... Слушай, ты работаешь на Сорота? Да, порой приходится, но вообще я такой работы избегаю. Он всегда такой? А ты его стол видела? С его братом-то? Ага. За что его он так? Он что, Сурата убил? Вообще-то да, Раут Сурата многие годы враждовали, настоящую незримую войну вели. Больше всего на свете Рутар мечтал свергнуть брата. А, тогда понятно, почему Сурат сделал из него мебель. Нет, ты не понимаешь, его брат поклялся ему мстить. Потому что Сурат убил их родителей. Мать вышвырнул в ветряной туннель, а потом кухонным ножом заколол отца, потому что тот пытался этому воспротивиться. Ого, никому не передавай мои слова. Но, по-моему, Карбоните оказался не тот брат. Я никому не скажу. Ну, ставку я не хочу осмотреть. Ты как выиграл? Да если бы, оказалось, на деле Файвер счастливая комета, никакого счастья не приносит. А я тут недавно наблюдала, как кое-кто выигрывает все. Что только можно. Видимо, то была Верила. В этом случае дело явно не в удаче. Я уверен, что она заранее знает, кто победит. Откуда? Без понятия, расспроси ее друзей. В мастерской, только будь начеку. Так, нам надо мастерскую. Судя по одежде, ты работаешь на правительство. Это официальное дело или какое-то, которым помалкивают? Нечто среднее. Мне нужно, чтобы кто-нибудь купил для меня боевого дроида. Хочешь создать крохотную армию дроидов? Забочусь о своей безопасности. Я дам тебе необходимую для покупки сумму и даже кое-что сверх того. Скажем так, за услуги. Но раз у тебя есть деньги, чего ты сам не купишь себе дроида? Рынок дроидов на Акиве контролирует хаты. Я занимаюсь определенный пост, и меня не должны видеть ведущим с этими дела. Это создаст, наверное, впечатление. Кредиты вперед, и я все устрою. Дроида нужно доставить вот по этим координатам. Где лучше всего упаковать боевого дроида? Рынок дроида контролирует хаты. У них найдется то, что мне нужно. Короче, блин, и здесь еще хапнул, блин. Заданий, блин, миллиард. Нет, здесь играть мы не будем.
Так, ну пошли. Посмотреть мастерскую. Сюда, что ли, где-то? Нет? Погодите, мастерскую. Ну, а толку, что я сяду? Сели, посидели, встали. Вот это мастерская. Сюда не могу пройти. Это вы не поверили случайно? Вы с ней друзья? Сложный вопрос. Неудивительно, после этих всех побед на ставках она сильно изменилась. Да уж, это точно. Казалось бы, денег полно, но нет, все еще коллекторы, как и мы. И в квартале Пайков, да. На что же тогда она тратит кредиты? Вот сама узнай и расскажи нам. Друзья Верил упоминали аркадный автомат. Видимо, он где-то там. Автомат в заведении для игр. Мы сюда. Ну, погнали. Так, торговать с тобой я пока не хочу. О! Найдите в Егорном все Пайков. Опять мне, как мне сюда проникнуть? У меня с Пайками проблемы. Очень сильные. У меня ужасные с ними, блин, отношения. Евгений Вышеславский. Буду краток. Лайк поставлен ем. Спасибо! И не попадитесь. Очень круто. Найдите ее и не попадитесь. Евгений Вышеславский. Всегда пожалуйста. Я здесь ничего не могу, блин. Евгений Вышеславский. Я таверну прошел. О, нифига себе. Тринадцать метров. Я сюда не могу. Как мне, блин, это? Попасть-то туда? That was. Stop right there.
Бляха, попалась, и что? Не спайками этими, блин. Так а чё она такая быстрая, эта таверна? Так она быстро закончилась, эта таверна. Капец. Где этот игорный салон Пайков? Евгений Вышеславский, да. Евгений Вышеславский, она за 4 часа проходится. Фигня какая-то получается. Батрикс, ставим лайки и подписываемся. Уже иди отсюда, чувак. Евгений Вышеславский, игрушка топ. Ну, видишь, я говорю... Но тоже экшен, которого ты не любишь. А? Но тоже... Видишь... Батрикс, Евгений Вышеславский, вы достигли уровня 8. Как мне в этот сраный игорный салон попасть? I know you want all those credits. I told you, I can't. You think I believe that? I've seen how как мне... That must be Weirla. Если я дам тебе денег, нас с тобой обоих убьют. Прости, мне тут встречу назначили. Хватит отвлекать меня. Это вот она, да? Ну так иди, хули ты? Украдите планшет. Принеси весь выигрыш на место на выходе из Миры. Пойдешь по дороге на север до большой фермы за мостом. Ни с кем не говори. Покиньте квартал. Подождите, покиньте квартал. Сурат, я вроде нашла твоего победителя. Некую Вейрилу, которая явно замешана в какой-то схеме посерьезнее. То есть ты узнала только имя? Нет, еще и место. Она должна встретиться с кем-то на ферме, в окрестностях Миры, и передать выигрыш. Значит, и тебе стоит побывать на той встрече. Да-да, поняла. Долина Миры. Ну, окей. Давайте попробуем. Блин, мне надо отсюда, во-первых, выбраться как-то, блин. А ну-ка, давайте мы посмотрим, может, через... быстрая есть. Мы где?
гадюка. Это основное задание. А это подождите. Встретитесь, доберитесь до места встречи. Да мне не сюда. Я понял, что мне не сюда. Но мне как-то надо... Подождите, я ж... С космопорта могу же как-то... Чухнуть, да? Евгений Вышеславский. Так, я, блин, мне вот сюда, да? О, да, отсюда вот мы сейчас и чухнем. Где-то здесь? Так, хорошо, без промашек. Давайте смотреть. Так, это что тут? Ты взял. По-моему, мы здесь уже были. Да подождите, я ж вот тут где-то здесь хожу. Евгений Вышеславский. Мое лицо, когда охожу на стрим в Славику. Женька, блин. Я не могу понять, подождите. Ну вот, доберитесь до места встречи. Да я добрался уже. Батрикс, ставим лайки и подписываемся. Что за фигня? Или отсюда надо забегать как-то? Нет? Тут мы хапнули. А чё за... Это может баг какой-то в игре? Да я добрался. Вот она метка. 14, 13, 12... А, вот так вот. Надо было просто на ящичек наступить. Ну и толпа. А, не было. Тут все кредиты. Я дважды проверила. Я проверю еще раз. Вот и Верила. Только с кем она говорит? Нужно подобраться поближе. Никс, надо подслушать. Ё-моё, сколько их тут?
Сорян. Можно было встретиться и в мире. Нет. По моим сведениям, Сурат в курсе твоей череды побед. Ты проявила неосторожность. Вот как водите дела с пайками. Неосторожность? Я просто следовал вашим приказам. А я следую своим. О-о-о, кого-то убили. Покиньте зону. Евгений Вышеславский убил. Да, капец. Сурат, за всем стоят пайки. Похоже, они устраивают договорные гонки. Но как за этими гонками следят из Канта Байла? Я без понятия, но постараюсь разобраться. А на Киеве у пайков есть кристальная шахта. Можешь наведаться туда? Ну давайте, лачина, бурь какая-то, блин, ну. Нам это надо усовершенствовать наш, конечно, этот. Да куда ты это? Евгений Вышеславский. Так я пойду вздремну, как всегда. Давай, давай. Может, мне сюда? Блин, тут запутаться немножко на этой планете можно, блин, с этими. Нет. Не сюда, это точно. Блин, лощина это где-то. Давайте-ка мы выйдем, а там посмотрим. Может, можно будет тэпнуться туда. Вроде вот как... Вот сюда, но и не сюда, блин. Давайте смотреть. А мне надо... Так, подождите. Блин, куда мне надо? Это за металлоломом. Найдите совет по ставкам. И нигде я сюда не могу, сюда, да? Никак. Блин, лучше может вот эту бы как-то отследить за металлоломом, а потом тут делать. У нас бы, мы, наверное, смогли бы по воде немного скользить, да? Давайте, блин, это. Давайте его сделаем. Усовершенствуем. Давайте. Давайте вот так вот. Как-то будем ехать, как-то будем добираться, я не знаю как. Как, конечно. Как-то вот так, так, так. Блин.
Тут так сложно, блин. Ладно, поехали, будем искать дорогу. Мне кажется, когда мы усовершенствуем его, нам будет проще. Проще как-то задание делать, ребята. Блин, вот видите, я вот здесь вот не могу нифига делать. Там вода. Может, они что-то смогут сделать, чтобы он мог там, типа, блин, по воде скользить немного, а? Ой-ой-ой-ой, сколько там говнюков было. Назар Сызыкин, привет. Назар, привет, привет, сейчас. Суки. Вот эти тут рядом есть еще какая-то фигня. Так, сорян. Вот здесь, смотрите, что это такое? Вот тут вот. А я не могу, да? Блин, через эти кущи проходить или что? Вот это тут знак вопроса. О, гора какая-то. Новая область, сокровища. Сокровища мы любим. Еще как. Тут типа как Лара Крофт. Как дела, Назар? Так, сохранимся. А максимальное количество. Ну, давайте поудаляем. Тут. Сейчас немножко поудаляем, а то, блин, уже нельзя засейвиться. Так, хватит, ладно. Давайте сохранить. Вот так вот. Сокровище, бутыль, новая безделушка для техники. Да, блин, я думал, что-то там
ценное. Ну да ладно, все равно. Потом посмотрим, что это за безделушечка. Где наш этот? Вот он. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не, нам не сюда, наверное. Тариан. Бляха, я не видел этот камень. Найдите лагерь пиратов. Ну, блин. Это вот здесь прям. Так, сейчас. Кто там херачит по мне? Хапаем все. Так, блин, у нас столько всякой фигни уже. Так, а тут что? А, это еще один сейф. Ну да и все, да? Тут какой-то тоже там тайник, блин.
чуть-чуть оторвемся. Сто метров. Какой-то... Подождите, ребята. Тут тоже 100 метров. Что-то такое. Я люблю эти всякие тайны тут разгадывать. Ну, давай. Новый областной приют Блэкстоуна. Мы где? Мы здесь. Вот оно. А нам потом сюда. Давайте так, ладно, отслеживать эту. Не получилось. Ты ж бляха. Сокровища все равно найдем. А где ж тут у них сокровища, ребята? Тебя тихо. Гранатомет возьмем. Изи, говорит. Вот они, сокровища. У нас было 7000, блин, и мы все потратили на улучшение. Новый большой талисман лепестки Джарвала. Что тут еще? Грубое полотно. Давайте посмотрим. Снаряжение, ребят, у нас. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот здесь талисманы.
Увеличивает количество адреналина, получаемого за попадание в голову из бластера, увеличивает количество цели выброса адреналина. Ну, такая фигня, короче, этот. Здоровье. Лучше мы... Да, это фигня была. Миры Акива. Ну, это... Метить, и места тоже отметить. Все. И обучение, как обычно, граната. Так, и дневник дальше, ребята. Нет, не лощина, а нам надо... Нет, ребята. Не наследие. Мусорщик. Да, вот, спайдер. Мусорщик за металлоломом. Все. Все, валим отсюда. И мы можем, конечно... А ну-ка, С. А что оно нам даст? Не-не, оно мы сейчас разобьемся и все. Ну, можно, в принципе... Вот так вот. Блин, подождите. Территория империи. Тоже невеселое место. Так понимаю, нам сюда куда-то, так? Точка быстрого перемещения. О, есть тут. А тут что? Там какая-то стрельба. А мне сюда надо, да? Ляха, это сраный. Next. Huh? Someone's having trouble. What do you want?
Я со всеми, блин, тут. Поссорился, да? Пришла ограбить меня? Бойцы Сурата тебя опередили. Нет, нет, расслабься, я подруга Гидика. Меня зовут Кей. Гидика тебе не рассказывал. Неудивительно. По его словам, ты можешь улучшить мой спайдер. Ну да, конечно могу. У меня найдутся любые детали. Магнитные стабилизаторы, запасные датчики, катушки зажигания. Может и гидропульсатор. Вот тут не помогу. Ты же сказал, что найдутся любые детали. Нет, сам репульсатор я могу, но проблема в других. Без дюралиса разболтается через день-другой. А стоек у тебя как раз нет. Скажи спасибо Шпане Сурата, они забрали все лучшее на остров. Так, давай так. Ты пока установи репульсатор, а я попробую раздобыть нужные стойки. Удачи тебе. О. Спуститесь вдоль реки к озеру. Я же говорил, вот смотрите. Он как-то по воде ездит. Отлично работает, да, Никс? Лишь бы не заглох. Великая бухта. И чё мне здесь? Найдите шаттл. Красота какая. Ну и чё? Я на... область. Найдите шаттл. Ну-ка, давайте чекнем на карте. Ого-го, короче, вот здесь вот. Погодите, погодите, ребята, вот что-то дымится тут. Видимо, детали, которые говорил на том шаттле, осталось попасть на остров. Угу, а как попасть? Thank you.
Я понял, как попасть на остров. Нет, здесь мы не можем уже сохраниться, ребята. Все. Найдите дюрастальные стойки. Короче, ладно, я так понял, мы уже раз нашумели, то уже все. Блин, как-то бежал красиво так все. Сюда мне, по-моему, надо. Шаттл улетает. Я очень рад, следуйте. А здесь, чего, сюда нельзя? Вот он. Сейчас мы тут расхреначим все. Что у вас тут было интересное? И стоило ли? Ну-ка, давай-ка нюхни.
Так, а здесь... Есть тут клад какой-нибудь? Нифига. Короче, мы просто их аванпост расхерачили, да и все. Нет, смотрите, есть что-то такое. Смотрите сюда. Если бежать сюда, 150 метров. Можем сохраниться? Нет, не можем сохраниться. Вот здесь что-то спрятано, ребята. Сокровище пунктов снабжения хата. Блин, куча всего я обнаружил тут. Ё-моё, да тут... Не, давайте уже сделаем вот этот сюжетку. Я тут ничего не могу найти. Ребята, привет. Ну и что тут было интересного? А, вскрыть замок. Еще что-то было интересное. Еще какую-то фигню хапнули. Подожди, Никс, надо все, блин. Ладно, мы тут все обшарили вроде бы.
out of here. Ну. Поехали. Tailing a cargo shuttle leaving the lake. Any idea where it's going? I have it. Доберитесь до шаттла, еще, блин. Tevin, something just clanged, like really clanged. That was the hydro repulsor slipping its alignment. You need to stay off the water until I get it fixed. Ё-моё, да сколько их тут? What do these Durasteel struts look like? Do you know what a regular strut looks like? Yeah. Like that, but Durasteel. Так, найдите дюрастальные это. Куда она мне? Сюда, что ли? Ага, я понял. Не хрюкай. Есть бластерная винтовка. Есть снайперская винтовка. Так, здесь мы все хапнули. А бляха, давай. Будем надеяться, что стойки еще тут. Есть. Я нашла стойки. Сможешь добраться до Миры? Да, легко. Встретимся в доке.
Заодно отхилились. Ну все вроде бы тут. Ага, не все. Еще контейнер. Это тут. Сто метров. Тут еще какая-то загадочка. Надеюсь, эта модификация того стоит. Вот это, что это такое? Тут, раз мы тут. Раз мы тут, ключ-карта, а здесь нет. Найдите совет по поставкам. Так, давайте смотреть космопорт Мира. Где он, Мира? А чё мы не можем сюда? Блин, а чё мы не можем сюда быстрое перемещение сделать? Ляха-муха. И сюда не можем, и сюда не можем. Я думал, что-то мы тут быстро. Ладно, придется ехать. Здесь что-то спрятано. Развалины храма, ребята. Никс побежал. Это, наверное, для Никса. Ну? Careful, Nix. He's look really old. Он туда наверх забрался, а нам как... Так. Ну тут мы никак, да? Нет. Или как? Или не никак, наверное. Вот ты посмотри-ка. А вот как. Что ты нашел? Новая находка. Так, давайте уже до порта доберемся. Надо нам до порта добраться. Где наш этот? Что-то у нас... Как-то так, подождите, нам куда?
Ё-моё, да сколько их тут, это ж... Выкать планшету пайков. А, провалено. Да, ну и хер с ним. Да, с пайками у нас вообще такое, блин. Но они мне не нравятся. У нас с ними, бляха-муха, очень плохое. Вот это космопорт же. Да, получается. Да. Где он? А, вот он сидит, блин. На, держи. Готово. Не бала-бала, конечно, но куда лучше. Молодцом. Слушай, с бойцами Сурата шутки плохи. Если так и останешься один в своей мастерской. Я не боюсь Сурата. Понимаю, но когда насолил синдикату, нужно глядеть в оба. Либо заручиться поддержкой. Я подумаю, как быть. Спасибо, Кей. Если вдруг что-то поломается, приходи, починю. Ну, короче, так, есть. Мы сделали это, ребята. Открыта новая способность у нас. Пидор может передвигаться над поверхностью крупных водоемов, чтобы исследовать новые области карты. О, вот. Тут, что тут у нас? Смотрите, кейпос нейтрализовать элитных противников. Ой-ой-ой, какая классная штука. Излучатель заряда нужен нам. Это вообще топ. Теперь наносится ионный удар. Более тщательно обшаривает контейнер, благодаря чему он иногда будет находить дополнительные металлы. Тоже классные. Да не контрабанд, соберите кредиты. 2500 волокно. А это что? Скорость передвижения в режиме несколько увеличится. Тоже классное. И это максимальный запас увеличивается. Блин. Застрявшего на Акиве победите несколько штурмовиков смерти подряд. Ну, что будет, то будет. Но вот это излучатель классно, блин, да. Нам как раз этих тоже роботов надо будет убивать. Излучатель. Блокно. Это. Окей. Так. Дневник, ребята.
Куш. Акива, нет, нет, нет. Куш у нас еще, ребята. Куш. У нас еще на Акиве Куш. А здесь потоковый. Блин, надо его тоже. Потоковый компрессор. Излучатель заряда. Тоже будем искать. Ладно, ребята, давайте на сегодня пока все. А там уже посмотрим с вами. I fixed up my speeder. Now, how do we stop your Viper droids from terrorizing the Akiva underworld? We don't. At least not by ourselves. But I've got friends in the jungle who might be able to help. What kind of friends are we talking about? The reliable kind. I'll send you the coordinates when I have... Координаты. Сам пойду в имперскую базу. Ну все, да, тут такое.